Итак, всем привет, дорогие друзья. Это снова я, снова с своими патронами. Значит, стрелял недавно свои патроны. Пули, видео можете посмотреть на канале. Мои самодельные пули, как они летают, как они стреляют. Значит, там все есть. Сегодня хотел поэкспериментировать с дробью. То есть, снарядил уже тут несколько, осталось только воском залить. Вот, дробью снарядил, навески везде разные. Сейчас мы... Я покажу, как снаряжаю я латунные гильзы. Значит, латунные гильзы у меня уже рассверлены под капсуль 209 капсуль. Пока еще не закончились, вот ставлю вот такие премьерс. Значит, 686 КВ-209. Вот, ставлю такие капсуля, потому что в городе у нас центробоя нету, поэтому приходится вот так вот. Буду экспериментировать порох. Порох из Ирби Спорт 32. Значит, попробуем, что с него получится. Поснаряжал тут несколько патронов, уже разные навески. Ну, давайте сделаем эту навеску. Рассчитал я по формуле. 43% у меня должно быть получиться пороха от навески пороха в 12 калибр. В 12 калибр он вешается 1,55 грамма. Я себе буду вешать 0,65. Значит, обнуляем весы. Вороночки нету, пока делаю так, потому что образцы все экспериментальные. Вот. Постреляем, посмотрим, как летает, какая резкость, какая кучность. Вешаем 0,65. Все, 0,65. Пороха засыпало. 0,65 грамма. Далее идет обтюратор. Я его сделал из обычного контейнера. Вот, прокладок у нас не продается на 32 калибра, поэтому буду покупать, наверное, 12 калибра или 16 калибра прокладочки и буду из них уже вырубать. То есть там, то есть тоненькие можно еще высечь из, найти картон там на тетрадок каких-то толстых. А вот прокладку в полтора миллиметра, такой картон сложно найти, поэтому буду просто покупать, наверное, прокладки 12 калибра и уже из них высекать. Высечку пока не сделал. Пока я попробую использовать вот такие вот обтюраторы, то есть от этих контейнеров. Вставляю вот такой вот обтюратор. Дальше три войлочных пыжа осаленных. Дробь. Экспериментировать буду с дробью семеркой. Все патроны у меня заряжены на семерке. Вот, поэтому будем пробовать. Хорошая бийская дробь, очень твердая. Засыпать мы ее будем 18 грамм. Все. 18 грамм засыпано дроби. Теперь мы сюда ставим прокладочку, вместе с дробью еще туда дожимаем. Так, ну вот, значит, готовы у меня патрончики. Готовых у меня вот здесь вот уже 8 штук, то есть все сделал разными навесками. То есть вот у меня, значит, 0,63 грамма 3 пыжа на 17 грамм дроби. Здесь у меня, значит, 0,65 грамма, так, то же самое. 0,67 грамм на 3 пыжа 18 грамм дроби. 0,65 на 2,5 пыжа 20 грамм дроби, простите. 0,6 пороха на 3 пыжа 18 грамм дроби. Ну, в общем, все патрончики разные. Сейчас мы поедем, проведем отстрел и посмотрим, насколько они кучно стреляют, как бы какая кучность у них. Вот, и там уже будем делать выводы. Ну, а сейчас нам предстоит все эти патрончики залить воском. Это воск с канифолью. Сейчас быстренько его на плитке разогрею. Он долго держится, где-то минут 10. Минут 10 он стоит, то есть можно кисточку макаешь и замазываешь патроны. Вот, сейчас пойду разогрею его. Так, значит, ну вот все, я канифоль разогрел. Она расплавилась, очень быстро топится. Канифоль с пчелиным воском. Теперь каждый из патронов просто беру,
кисточку макаю и его внутрь туда кисточку вставил, провернул, оп, и поставил. Сейчас она застынет и снаружи просто стоя надо будет убрать. Вот так вот, раз, раз. Итак, ну что, дорогие друзья, вот мои патрончики готовы. Вот так вот они залиты. Вообще великолепно получилось просто. То есть красота неописуемая, просто эстетика, все дела. Сейчас прям очень хочется поехать на полигон куда-нибудь пострелять. То есть залил я пока 8 штучек. Будем довольствоваться малым. Почему? Потому что порох для меня неизвестный. Навешал все патроны по-разному. Будем стрелять, смотреть, какая отдача, какая кучность. Выберем какую-то навеску более-менее подходящую. И потом уже будем ей снаряжать. И уже будем дальше играться с дробью, с контейнером и так далее. А вот, значит, патрончики готовы. Ну что, поехали, постреляем. Итак, ну что, ребят, сегодня мы опять на полигоне. Стреляем дробь. Значит, дробь семерка, заряжена 8 гильз у меня. На порохе Irbi Sport. Значит, навески разные, начиная от 0,6 грамма, заканчивая 0,68. Навеска пороха, значит, вот первый патрон пойдет, значит, 0,6 грамм пороха, 3 пыжа на 18 грамм дроби. Залито все это, значит, у меня воском с канифолью. Вот. Ну что, попробуем. Дистанция, значит, 30 метров. Попробуем острелять, какая кучность будет с ИЖа. ИЖ 17, значит, 56 года выпуска. Вот. Ну что, попробуем. Итак. Первый выстрел произведен. Пойдем посмотрим, что там. Выстрел тихий. Намного тише, чем на соколе. И хлесткий. Но это была навеска 0,6 грамм. Итак, смотрим, как у нас осыпало. Но не сказал бы я, что равномерно. Ну вот здесь как-то сгустилось немножко, здесь пустовато, но тем не менее мы сейчас их отметим. Дробь семерка. Раскидала. Ну, более-менее пришло. Не куда-то там. Более-менее середина. Вот здесь только маловато. Вот в этой части. Дистанция, повторюсь, 30 метров. Так, идем отстреливаем второй патрон. Так, второй патрон. Навесочка 0,63 на 3 пыжа, войлочный пышосаленный на 17 грамм дроби. Дистанция также 30 метров. Так, ну, все то же самое, но сейчас уже боль. Более-менее поровнее, то есть уже и сюда пришло, значит, вверх ушло, сюда пришло, сюда, в центр попало две дробины, значит, ну и здесь, соответственно, осыпало тоже. Вот, немножко, конечно, скорее всего, оба патрона у меня пришли высоковато. Да, оба патрона пришли высоковато. Это было, значит, 0,63 грамма на 3 пыжа, дробь 17 грамм.
Так, следующий патрон у нас идет с навеской чуть побольше. 0,65 грамм, 3 пыжа и 17 грамм дроби. Так, выстрел чуть пожестче, похлеще, но гильзу не раздуло. Итак, порох Hirby Sport, навеска 0,65 грамм, 3 пыжа, 17 грамм дроби. Раскидало сильно, то есть навеска уже перебарщивает. 0,6 грамм было вроде бы где-то примерно в районе золотой середины. Так, ну что могу сказать. Ну, равномерно осыпало, но очень жидко. Очень сильно раскидала дробь, очень сильно. Вот так вот раскидала. В серединку одна дробинка пришлась. Так, навеска в 0,65 грамм. Для 17 грамм дроби это много. Очень-очень сильно раскидала. И прилетела очень мало дробин, соответственно. Ну, осыпано равномерно. Я скажу, что есть и верх, и низ. То есть как-то вот так вот. Вот сюда даже одна прилетела. Сюда одна прилетела. Ну, вот такая вот картина вырисовывается. Так, ладно. Так. Отдача по-прежнему в пределах нормы. Выстрел хлесткий, резкий. Вот. Опять же осыпало равномерно, но немножко сильновато раскидало. Ну, нравится мне, что особь равномерная, по крайней мере. То есть, все-таки длина ствола имеет значение. Потому что нету такого, что где-то какие-то сгустки. Она равномерно летит. Равномерно осыпая. Ну, то есть сидел бы здесь какой-то рябчик, я бы его забрал с 30 метров. Так, та же самая навеска 0,65 грамм, 2,5 пыжа, резкость, наверное, увеличится. И навеска дроби 20 грамм. 20 грамм семерки. Да, выстрел хлесткий. Гильзу по-прежнему не раздуло. Ничего с ней не стало, но, по-моему, отдача, по-моему, увеличилась. Так, чуть ощутимо. Так, ну что, дробь ушла вся вниз. Все-таки получается, что для 20 грамм, 20 грамм уже, 20 грамм уже много для этой гильзы, для этого ствола. Поэтому примерное количество дроби пока вырисовывается. Это 0. Так, да. Здесь он дробинка. Она прям торчит он сверху. То есть резкости нету. Резкости нету почему-то. И вся дробь вниз ушла. Вообще вся. Дернуть я не мог. По ощущениям выстрел был хороший. Вот. Поэтому вот так вот. Так, значит, следующий испытуемый. Это 0,67 грамм. То есть увеличиваем навеску от 0,65 до 0,67 на 3 пыжа 18 грамм дроби. Так, 0,67 грамм на 18 грамм дроби, значит, рассыпало вообще сильно. То есть дробь вообще вся разлетелась, вон там даже вон следы есть, тут следы есть.
Так, дробь очень сильно раскидывает с таких навесок. Очень сильно раскидывает дробь. Так, ну, следующий испытуемый. Я думаю, что, скорее всего, даже от него никаких результатов ждать не буду. Потому что здесь навеска 0,68 грамм на 2,5 пыжа и 20 грамм дроби. Резкость будет хорошая. По ощущениям должно раскидать его так нормально, исходя из предыдущих выстрелов. Пробуем. Какой хлесткий выстрел. Так, ну что сказать. В общем, сюда не прилетело вообще почти ничего. Все раскидало. Навеска очень большая, 0,68 на 2,5 пыжа, 2,5 пыжа и 20 грамм дроби. Из 20 грамм у меня с 17 граммами прилетало во много раз больше. То есть сейчас тут вообще разлетелось все настолько сильно. Ну тут 10 штук всего прилетело. Вот, поэтому значит так. Так, ну что, ребят, значит, подведу всему этому итог. Остался у меня еще один патрончик. Стрелять я его не буду, смысла не вижу. Здесь тоже 0,68 грамм на 3 пыжа на 20 грамм дроби. Значит, приблизительно равно. Оно у меня нормально стреляло где-то в районе 0,63 грамма. 0,63, 0,65. И дроби где-то примерно в районе 17 грамм. 17-18 грамм. Более-менее была куча, была равномерность. То есть на такую навеску она стреляет с этого калибра нормально. То есть увеличивая навеску снаряда, на кучности, ни резкости ничего не получаем. Просто сильная отдача и дробь очень сильно разлетается. Так что так, вот. Значит, будем дальше экспериментировать. Попробую еще позаряжать на опилках, пыжа опилок древесный. Ну, в смысле, березовый. Вот, может быть, с ним что-то будет по-другому как-то. Попробуем также позаряжать на соколе. Вот, может быть, еще каких-то результатов добьемся. Ну, на сегодня я, значит, понял, что порох Ирбис Спорт 32 для 32 калибра оптимальная навеска под войлочный пыж осаленный, значит, это 0,63 грамма и в районе 17-18 грамм снаряда. Более-менее летит нормально, резкость есть, кучность есть. Так что так. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.